С 27 апреля в Московской области запустили фотоконкурс «Винтажное Подмосковье». Он проводится Комитетом туризма Подмосковья в официальном Instagram-аккаунте. На конкурс принимаются фотографии, сделанные в регионе до 1980 года. Чтобы принять участие, нужно опубликовать фото на своей странице и дополнить пост коротким рассказом о месте и истории фотографии. Необходимо также указать хэштег «Винтажное Подмосковье» и поставить отметку «Welcome Osrek».